Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа Буш, дамы и господа, товарищи. Mr. President, Mrs. Bush, ladies and gentlemen, comrades. Завершился второй полный день переговоров. We have completed the second full day of talks. Однако мне не хочется подводить итоги. Нынешняя встреча крупный, но все же этап в грандиозной, обращенной в будущее перестройке советско-американских отношений. But I wouldn't like to sum things up. This meeting is only a stage, though a major one, in the gigantic and forward-looking project of perestroika in Soviet-American relations. Только в этом году нам с президентом Бушем предстоит еще встретиться максимум дважды. На совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе, где, надеюсь, будет подписан договор о сокращении обычных вооружений в Европе, и еще раз для подписания договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. We are going to have at least two more meetings with President Bush this year alone. One at the Conference on Security and Cooperation in Europe, where I hope a treaty reducing conventional arms in Europe will be signed, and the other to sign a treaty reducing strategic offensive arms. Я исхожу из того, что повестка дня, согласованная на Мальте на 1990 год, может быть реализована, но только постоянно поднимая планку, можно обеспечить восхождение по пути новых советско-американских отношений, освобождаясь от всего того, что долго вскармливала идеология и геополитика времен Холодной войны. I believe that the agenda for 1990 that we approved at Malta can be implemented. We may reach greater heights in building a new Soviet-American relationship only by setting our sights higher and higher, while abandoning all that was nurtured by the ideology and geopolitics of the Cold War. Оценивая результаты состоявшихся переговоров, можно, как я полагаю, сказать, что они продемонстрировали дальнейшее укрепление взаимопонимания между Советским Союзом и Соединенными Штатами, а значит и продвижение на главном направлении глубоких позитивных перемен, развернувшихся в мире. In assessing the outcome of our talks, I believe I can say that they have demonstrated a growing mutual understanding between the USSR and the United States, which means progress in sustaining the profound and positive changes underway in the world. В этой связи, несомненно, полезным было углубленное обсуждение проблем и перспектив европейского процесса. Оно прояснило взгляды и позиции, включило новые аргументы для обдумывания и поиска приемлемых решений. In this regard, our in-depth discussion of the problems and prospects of the European process was no doubt a useful one. It has served to clarify views and positions and brought in new arguments for consideration and exploration of acceptable solutions. Естественно, в центре внимания в связи с этим были внешние аспекты объединения Германии. Как мы понимаем, должны завершиться два процесса: окончательное урегулирование итога войны и решение внутренних вопросов превращения двух частей Германии в одно государство. It is quite natural that we focused on the external aspects of German unification. As we see it, two processes should be completed: that of the final post-war settlement and that related to the internal issues of transforming the two parts of Germany into a single state. Нам представляется, что это как раз и составляет содержание переходного периода, окончание которого будет значить, что теряет силу права четырех держав-победительниц, появившиеся, кстати, не в результате раскола Германии, а непосредственно по итогам войны, и что возникает новое суверенное государство. We believe that those two processes form the substance of the period of transition, which, when completed, will result in the cancellation of the rights of the four victorious powers, the rights which, incidentally, stem from the outcome of the war and not from the division of Germany. The transition will end in the emergence of a new sovereign state. Вместе с тем мы исходим из того, что дискуссия не завершена, она продолжается, и может быть несколько вариантов, а не один единственный. Все они подлежат совместному обдумыванию, а также и с участием союзников.
At the same time, we believe that the discussion is not over, that it continues, and there may be more than one approach. We have to consider all of them together, including also our allies. Как мы понимаем, в конечном счете приемлем такой сообща найденный вариант, который не ущемит ничьих интересов, не подорвет общего процесса позитивных перемен в Европе и в мире. What is acceptable in the final analysis is only a jointly developed approach, which would not prejudice anybody's interests or erode the overall process of positive changes in Europe and in the world.